Регионам необходима ревизия в сфере налогообложения. Это предложение прозвучало на прошедшем в Саратове выездном заседании Комитета Совета Федерации. Зампред комитета Владимир Петров предложил дать субъектам, переводящим в федеральный бюджет более 50% собранных налогов, дополнительную финансовую помощь. Правда, это не коснется 14 субъектов-доноров. Что предпринимает Саратовская область ради наполнения местного бюджета в сложных экономических условиях, узнала Юлия Шишкина. Таких локомотивов на отечественной железной дороге еще не видели. Машина способна выдерживать температуры минус 55 градусов по Цельсию и тянуть за собой составы весом до 9000 тонн. Гордость саратовской промышленности показывают членам Совета Федерации, которые знакомятся с потенциалом региона. Первый образец, который сейчас проходит испытания, собирали из привезенных деталей. Следующие машины будут изготовлены из собственных материалов и комплектующих. Если в Европе собирается подобная машина, то в одном городе, там в Польше, варится кузов, во Вроцлаве красится он там, в Зигине собирается тележка, значит, в Касселе идет окончательная сборка, ну и отовсюду свозится комплектующий. Да? То у нас это происходит на одной площадке. Сварка кузова, окраска кузова, сборка. В 2017 году выпуск энгельских локомотивов собираются поставить на поток. Азербайджан, Прибалтика и соотечественники уже заказали 140 тягачей. Локомотивы будут незаменимы для перевозки угля, металла, нефти на Урал, в Сибирь и Китай. И смогут разгрузить территории Дальнего Востока, Транссиба и Бама, считают в Совете Федерации. Вот я недавно был как раз в районе Тынды. Промежуток между поездами буквально составляет 5-6 минут. И чтобы как-то обслуживать железнодорожные ветки, поезда формируют по 2, по 3 в цепку, включают. А такой подвижной состав, который очень мощный, современный, экономичный, эргономичный, позволит Российской Федерации быть конкурентоспособной. Новый завод станет локомотивом для других саратовских предприятий, которые начнут производить комплектующие. Это новые рабочие места и увеличение налоговых отчислений. Финансовый вопрос для гостей первостепенный. В Саратов приехали специалисты бюджетного комитета Совета Федерации. Вместе с чиновниками и депутатами в областной думе они обсуждают, как улучшить межбюджетные отношения между Москвой и субъектами федерации. В конечном итоге наша страна – это субъекты, субъекты – это муниципальное образование. И в этом отношении мы все заинтересованы, чтобы при дефиците средств более эффективно они использовались, чтобы средства из федерального бюджета направлялись именно на те цели, которые обозначают на местах люди. Люди на местах говорят о нехватке средств на дороги и благоустройство городов, строительство детских садов, развитие инновационных школ. Обсуждают налоги, сборы, субсидии, выполнение федеральных целевых программ. Целенаправленно усиливая меры по увеличению доходной базы бюджета за счет мобилизации всех возможных резервов, ситуации с бюджетом мы пока похвастаться не можем. В структуре обрабатывающих производств большинство предприятий конечную продукцию не выпускают, ограничиваясь комплектующими или сырьем. Все это сказывается на низких темпах наполняемости бюджетов. Несомненно, что финансовая самостоятельность регионов должна быть расширена. Это позволит нам заботиться о развитии экономики, разрабатывать и воплощать в жизнь собственные региональные программы. Все предложения члены Совета Федерации обещают озвучить в Москве и шутят, что у Саратовской области неплохие шансы быть услышанной. Один из членов комитета по бюджету – сенатор от Саратовской области. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.